В это время становится ясно, зачем муравей наблюдал. Подбежав к добыче осы, он хватает ее и тащит, пытаясь присвоить улов себе как можно быстрее. Но внимательная хозяйка ловит вора на темном деле и защищает свою провизию. Второй незваный гость с интересом наблюдает за происходящим. Увидев, как оса за мостью идут домой, муха подлетает и сбрасывает в уже уютный дом свои личинки. Ничего не заметивший хозяин закрывает свой семейный очаг и улетает, будучи уверенным в будущем своего потомства. Личинки осы начинают питаться в компании с личинками мухи, а спустя время ненасытные дети незваного гостя съедают и потомство осы. Вот такая несправедливость.